Сорг является одним из компонентов для комбикормов свиней, КРС, птицы, лошадей. Руслан Аймуратов – специалист по испытаниям сельскохозяйственных культур. Выпускник защищает работу продуктивность зернового сорга в южных черноземах Оренбургского района. Он уверен, эти знания сможет применить на практике. Мы занимаемся сорга, чтобы показать, в каком районе какой гибрид лучше себя проявит. В данные по моей квалификационной работе, то в первую очередь мы посмотрели, как она будет произрастать в Оренбургском районе, то есть на этих почвах, какой гибрид себя больше проявит, чтобы было в дальнейшем понимание у производственников, что покупать, что сеять. Руслан показал экзаменационной комиссии печенье из сорговой муки. Как сельскохозяйственная культура, она хороша для засушливых регионов. Урожай превосходит кукурузу и яровой ячмень. Руслан планирует и дальше расширять знания в области агротехнологий. Впереди поступление в аспирантуру. Всего сегодня защищают свои работы 13 магистрантов. На факультете обучают студентов по 5 направлениям подготовки. Это таким как технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции, экология и природопользование, лесное дело, землеустройство и кадастры. Ну и, конечно же, агрономия. Мы готовим таких специалистов и обучаем их современным технологиям производства продукции растениеводства. Через 2 недели на факультете выпустят 30 бакалавров. Сегодня для обучения студентов есть все необходимые условия, а потребность в них значительная. Сегодня у нас не хватает около 200 специалистов сельского хозяйства. Это различных профессий – агрономов, инженеров, зоотехников, ветврачей. Порядка 600 специальностей массовых профессий. И для нас, как никогда, это очень важно, потому что для сельского хозяйства, для вот того уровня развития технологий, вот той техники, которая сейчас приходит, конечно, нужны очень грамотные специалисты. Выпускников ждут на производстве как в городе, так и в селах области. Елена Еремина, Игорь Бероев. Новости дня.